из них не поймали, не значит, что они не настоящие. Да, но может, они не хотят, чтобы их нашли. Я слышала, они довольно свирепые. Йети только выглядят свирепыми. Наверное, им просто не нравится постоянно мерзнуть. Мне бы это тоже не понравилось. Тебе не обязательно мерзнуть, Лара, если ты не хочешь. Смотри! Генри, что случилось? Эти Крофт, пожалуйста, оставайтесь. Говорит право танка 229. У нас неисправен левый двигатель. Пытаемся выпустить шасси. Мы разобьемся? Правый двигатель не реагирует. Нет. Может, что-нибудь придумаем. Стабилизатор заклинил. Руль не слушается, мы теряем высоту. У нас сильный крен вниз. Закрой глаза, Мина. Я не хочу закрывать глаза. Кто-то взял. Серьезно, Зип, это как подняться вверх по лестнице, только не так скучно. Ага, как же, меня мутит каждый раз, когда ты смотришь вниз. Эй, Алистер вернулся, бери наушники. Быстро ты вернулся. Из Флоренции, да? Последний момент выбрал Гены. С такими темпами моя диссертация никогда не увидит свет. Ну да ладно, что ты делаешь в Боливии? Гуляю. Алистер, познакомься с Тиванаку. Очень милая дейнгская цивилизация в настоящий момент лежит в руинах. Очень приятно.